же, дорогие друзья, мы добрались до Красного моря в город Акаба. Это не только курорт, не только порт иорданский на Красном море, сосед Эйлата, который находится слева от нас. Это свободная экономическая зона, небольшой город с населением 100 тысяч человек. Акаба, конечно же, отличается от города Амана, столицы Иордании. Мы постараемся для вас раскрыть все детали и нюансы этого маленького приморского городка. Смотрите в нашем сюжете подробности про отдых в городе Акаба. На канале Бомбар BTV. Оставайтесь, не уходите. Кто это художество все это делает? Это кто делает? Yeah, this is we were 20 persons as a volunteer. We decide to do this for give more beautiful cities and give good things as is a school wall. Is a school here, Islamic school, and we like to people keep watching us the things about Akaba and what is here, and we draw it very easy and very simple. Much better to keep it as normal. This is much better, and we do it for free. Круто! Что же, мы закончили нашу небольшую инспекцию города Акаба. На самом деле, весь городок можно обойти, центр его, конечно же, обойти за часа за два. Останавливаясь везде, спрашивая, что почем, заходя в кафешки, в магазины. Можно выпить кофе недорого, можно арендовать лодочку за 20 динаров в час. Если даже вы попросите трубку, маску и ласты, тут обойдется вам в 25 динар на двоих. Вот лодочка на кораллы, которая вас отвезет. Городок очень приятный, люди ненавязчивые, очень приветливые. Мы гуляем, правда, с камерой, все нам говорят «здравствуйте». Вчера гуляли без камеры, приветствовали все, кричали вслед «Welcome to Jordan». С такси ситуация следующая. Такси подъезжает тихонечко и сигналит вам, как бы приглашая к себе на борт. Посадка стоит 25 пиастров и проезд где-то 1,5 пиастра, 1 километр. Из города в Тала-Бэй ходят бесплатные шаттлы, которые есть у отеля «Редисон». Он вас довезет и до «Марина Плаза», и также до отеля «Мовенпик». Вот. Но если вдруг вы задержались, автобус, или вам нужно срочно прибыть в гостиницу, это обойдется вам всего 7 динар, то есть 10 долларов такси. На всей территории города действует, есть Wi-Fi, Zion Public, такая сетка. Она не очень сильная, но вам хватит, даже чтобы там что-то посмотреть в Фейсбуке, либо по Вайберу, переписываться с родными. В каждом заведении интернет хорошей мощности присутствует, он тоже абсолютно бесплатный, просто если вы там будете сидеть, перекусывать, либо пить чай, кофе, то можете подключиться на время пребывания в кафе, попользоваться интернетом. Еще раз говорю, город очень маленький, основной улица, торговая улица, как бы такая похожая на рыночек, где можно купить специи, где можно купить сладости и что-нибудь еще, она находится за главной мечетью, которая стоит фактически на бульваре, на набережной. Вот. Ночных заведений здесь и ночных развлечений, баров и клубов нет, поэтому отдых здесь очень спокойный. Единственное место, где можно отдохнуть, это отель «Редисон», дискотека при гостинице. Вход одиноким молодым людям, не проживающим на территории отеля «Редисон», запрещен, только с девушками можно. Но если вы житель отеля, то добро пожаловать. Наслаждайтесь Акабой, город очень интересный. Отсюда можно посетить экскурсии в Петру. Отсюда можно съездить на Мертвое море и также в Вадирам. Вадирам ближе всего, всего 45 километров. Там можно побыть и с ночевкой у бедуинов, можно и без ночевки. В общем, все на расстоянии вытянутой руки. Ребята, рекомендую, посещайте, отдыхайте, изучайте. Это очень круто. Это очень древняя, хорошая, интересная земля с добрыми людьми. Всего хорошего, оставайтесь с нами. Сегодня просто бонусом наш новый друг, наш приятель Ахмед, представитель компании Elite Travel Иордания, пригласил нас посмотреть на ночные панорамы своего города, на ночную панораму Эйлата. И все это специально накануне нашего отъезда ночью. Почему? Вопрос очень интересный. Я обращаюсь прямо к Ахмеду с ним. Ахмед, как у вас с ночной жизнью в стране, с ночной жизнью в вашем городе? В общем, наша общая ночная жизнь спокойная, хорошо. Иордания на самом деле занимается номер один по безопасности по всему арабскому миру.
и номер 13 по всему миру. Как раз вышли там, пожалуйста, снимаем все остальное. Вот привет, Харьков, всем, пожалуйста, приезжайте к нам спокойно, пожалуйста, мы вас ждем с нетерпением, пожалуйста. Так, хорошо? Да, спасибо огромное. А почему? Все, ребята, приезжайте в Иорданию, в Акабу, здесь круто. Давайте, до встречи, пока-пока.